Цена только сегодня. Каждый день мы представляем один товар по исключительно низкой цене, действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! Итак, друзья, встречайте, вот он, потрясающий смартфон по уникальной просто цене. Всего 3499 рублей. В чем его особенность? Давайте откроем и вместе с ним познакомимся. Итак, друзья, внимание, посмотрите, какой красавец здесь. Смартфон просто настоящее чудо, настоящая роскошь, друзья мои. Итак, внимание, вы готовы увидеть его? Вот он наш красавец. Вот он, этот великолепный смартфон. Вот он, стильный матовый пластик, друзья. Фото и видеокамера, вспышка. Все здесь продумано до мелочей. Все здесь действительно хорошо, все здесь действительно ладно. Друзья, это новые возможности, новые эмоции. Это действительно ваше окно. Ваше окно в мир, друзья. Сегодня лучшая возможность у вас, потому что это лучшая цена для данного смартфона. Плюс при заказе во время прямого эфира вы получаете подарок, чехол, защитное стекло и наушники. Все три подарка вы получаете сразу при заказе во время прямого эфира. Итак, какая экономия сегодня? Особая, друзья. 2500 рублей вы экономите, если закажете этот смартфон сегодня. Можете заказывать несколько, один себе, другой в подарок. Итак, друзья, настолько умный смартфон, настолько удобный, настолько верный ваш друг и помощник, что с ним можно буквально поговорить. Буквально можно любой вопрос задать. Давайте попробуем сейчас это сделать. Окей, Google. Самая высокая гора в мире. Самые высокие горы в мире, такие как Чжумулунгма, 8848 метрах, Чагари, 8611 метрах, Энд-Канченджанга, 8586 метрах. Так, с этим разобрались. Давайте еще какой-нибудь вопрос зададим. Окей, Google. Самый большой стадион в мире. Согласно источнику Терекон, его вместимость 150 тысяч зрителей. В рейтинге представлены всего 11 европейских стадионов, самый большой из которых Камп Ноу. Окей, Google. Ближайший магазин продуктов. По запросу «Ближайший магазин продуктов» найдены следующие компании не дальше 3 километров от вас. Друзья, ваш верный друг, надежный помощник. Вы видите, все здесь подробно описано, рассказано. Причем управляю я голосом, не нужно пальцами набирать все это. Просто голосом спросил, он мне по-человечески голосом ответил. И этого вполне достаточно, друзья. Итак, действительно удобный смартфон, действительно доступный смартфон всего-навсего, друзья, за 3499 рублей. Такой цены, я боюсь, что больше не будет. Это особая цена, специальная сниженная, максимально сниженная цена плюс подарки. При заказе во время прямого эфира вы получаете, внимание, наушники, силиконовый чехол, вот он абсолютно прозрачный, но при этом действительно защищает корпус, и защитное стекло. Все это в подарок при заказе во время прямого эфира. Но это еще не все. Не все возможности этого смартфона. Можно еще и другие вопросы ему задавать. Можно, например, его попросить о чем-то, что-то сделать. Не просто дать ответ, а что-то конкретное сделать. Давайте попробуем. Окей, Google, разбуди меня завтра в 6 утра. Установка будильника. Окей, Google, напомни выпить витамины в 8 утра. Хорошо, сохранить. Сохрани. Нет проблем. Окей, Google. Напоминание сохранено. Окей, Google. Окей, Google. Запустить камеру. Итак, друзья, он уже запустил фото и видеокамеру. Я просто голосом сказал, и он мою команду выполнил. Никаких дополнительных действий не потребовалось. Мне не нужно никуда нажимать. Просто взял, попросил, и он просто выполнил мою команду. Выполнил команду и поставить будильник. И напомнить мне завтра, например, можно и витамины выпить, и кому-то позвонить, друзья. Это действительно удобная вещь, это полезная вещь. Этот смартфон сделает вашу жизнь удобнее, проще, освободит ваше время, друзья. Это действительно полезная, это реально полезная вещь. Всего за 3499 рублей. Идеальный первый смартфон. Если вы хотите попробовать новые современные технологии, но немного побаиваетесь тратить деньги,
Здесь эта проблема решена. Здесь цена максимально доступная. Цена максимально сниженная. Всего 3499 рублей. Плюс при заказе во время прямого эфира наушники, чехол и защитное стекло в подарок, друзья. Торопитесь, звоните, заказывайте. Итак, друзья мои, я хочу сказать, что сейчас, и это ни для кого не секрет, чемпионат мира по футболу уже стартовал. Хочется его посмотреть. Матчи идут и днем, вот, например, вчера в 3 часа по Москве игра была. И что делать? Хочется увидеть матч. Тем более, когда играют команды из нашей группы. Очень простой выход. На работе, даже во время рабочего дня, можно наблюдать, можно болеть за любимую команду. Благодаря вот этому смартфону, который буквально помещается в руке, его не видно, даже сидя в общем кабинете за своим рабочим столом, друзья, вы можете быть спокойны, что вас никто не заметит. На рабочем компьютере смотреть прямой телевизионный эфир, ну, сами понимаете, неудобно, друзья. А здесь совсем другой разговор. Посмотрите внимательно, друзья, посмотрите, пожалуйста, внимательно. Это действительно здорово, это действительно удобно. Вы сидите за своим рабочим столом и просто берете и смотрите, друзья. Смотрите прямой телевизионный эфир на этом самом смартфоне. Это действительно так, это действительно возможно, друзья. И это касается не только одного канала, это самые разные телеканалы. Можно смотреть абсолютно бесплатно, вот ни копейки. Вообще все, что я вам показываю, это все бесплатно. Все это достается вам бесплатно при покупке этого самого смартфона. Сразу же хочу сказать, какие тут еще есть каналы, это важная информация. Потому что здесь, смотрите, абсолютно все каналы. Ну, очень много каналов, очень. Причем есть даже региональные какие-то свои локальные каналы. Архейз24, мой любимый. Здесь все есть абсолютно, друзья мои. Это действительно здорово, это действительно удобно. Это ваш карманный помощник, это ваш карманный телевизор, это ваша фото- и видеокамера, которая всегда под рукой. И плюс тут две сим-карты. Можно еще и деньги экономить благодаря этому. Плюс, друзья мои, можно еще и... справляться со стрессом. С помощью этого смартфона можно играть даже в игры. Не забывайте про подарки. Чехол, защитное стекло и наушники. Плюс самая выгодная цена.